Любите футбол? Наверняка узнали. Легендарное место – стадион Черноморец. Да, друзья, я в Одессе. Солнце, море и крутые тачки. Что может быть лучше? Только зрелищный футбол. Я и мои друзья знают толк в зрелищах. 1 июня. Лига чемпионов. Финал. Тоттенхэм Хотспур. Ливерпуль. Специальные условия, как всегда, по ссылке внизу. Еще где? Сейчас просто поволочить и все. Что, будем запынять? Ну, что ты хочешь? Ты же будем запынять, будем спутывать. Ну, да вы уже запынулись. Так уже запынулись. Ну, давайте, что произошло? Сначала на полиции. Очень приятно. Сначала на полиции. Значок на повесить? Значок, значок где начал? Достаньте, чтобы было видно, удостоверение показывает. Значок на месте. Удостоверение 8 месяцев. Любчик Алексей Иванович. Да. Причина зупинки суддівського Причина зупинки суддівського правопорушення, докази по справі. У вас є судні, задні брезгілки на колесах. 3147Е. Пункт права дорожнього руху. Ну, серйозно? Ну, так. Да. Добре, будемо складати протокол. Куди ви зібралися? Колонки ведіть, що ви стоїте? Колонки ведите. Ну вы остановили меня здесь, давайте здесь будем оформлять. Колонки ведите. Ну давайте мы не будем торговаться, мы никому не завожаем. По-моему, свободных мест достаточно забрать. Я с вами не торгуюсь. Ну так выходите, пойдемте, что вы сели? Я с вами не торгуюсь. Ну вы хотели пообщаться, вы остановили, вам не хватает брызговиков. Выходите, будем оформлять. Я же вам сказал, причем закончили. Все, и на этом мы закончили? Ну да. Что да? Закончили. А где ваши брызговики? Любчик, ваши брызговики где? Ваши, я спрашиваю, где? Едем же на базу ставим. Выходите, вам не хватало брызговиков, не все. Нет, не до побачення. Я же вам сказал. Вы остановили автомобиль, вам не хватало брызговиков. Я же вам пояснил. Я говорю, вам не хватало брызговиков. У вас нет брызговики. У вас тоже нету. Я вам забыл заувание, все, вы их Секундочку, я не буду ставить брызговики не никакие. Не ставить, не ставлю. Где ваши брызговики? Не хочется ставить, не ставлю. У меня к вам вопрос встречный. Вы меня остановили за отсутствие брызговиков. Где ваши? Что вы мне сказали? Миша, я же не раз запинял, у вас был меньше... Вы остановили автомобиль. У вас водитель был совсем меньше. Великолепно. Вам не хватает на машине брызговиков. У вас водитель совсем меньше. Где связь, я не понимаю. От этого что, брызговики появились? У вас был совсем меньше. Любчик, где ваши брызговики? Скажите, что вот это такое? Вот это что? Скучное. Ну, а что он делает на машине, на патруле, вот это дерьмо? Ну, машу не делает. Ну, как это? Я хочу понять. Вы остановили меня за отсутствие брызговиков. Где ваши брызговики? Суть зупинки суддівського правопорушення. Нету брызговиков, у вас их тоже нет. Я же вам сказал. Возьми, пожалуйста. Ну вы остановили. Вам не хватало для брызговиков. До вашего автомобиля не подойдет. Давайте тоже. Вас и меня оформим. Будем ставить. Едем ставить. Ехали на базу, просто. Ну, великолепно. Вам не хватало брызговиков. Вы почему не везли? Покажу, едем на вас ставить. Вам стало скучно, вы решили. Ехали по дорозі, да. Побачили, що ви дуже добрали дорожню руку. Почали зупинити вас. А самі ви не порушуєте? У вас, наприклад, до сих пор зимня резина літа. Зупинили вас для того, щоб повідомити, що у вас відсутні брезгілки. Ви свої вірите, що у вас відсутні? Так їдемо ж мене, я ж кажу. От їдемо зараз займатися. Ви серйозно? Скажіть, вам не кажется, що ви немножко переборщили, ні? Та ні, що, ну в чому переборщили? Ну як це в чому? Тобто єдина проблема в Києві, в центрі міста, що нету брезговиків на моєму автомобілі. Я правильно розумію? Я ж вам сказав. Или вы просто хотели в ролик попасть, хотели показать, какой вы идиот на всю Украину. Что идиот? Ну потому что вы идиот, откровенно. Ну как можно? Я вам поведомил, что у вас отсутствие, что у вас есть проблемы и все. Хорошо. Что предусматривает чинное законодательство, когда на автомобиле нет брызговиков? Вам попередження. Я еще раз говорю, выписывайте попередження. Выписывайте попередження. Не устно за вас. Нет такого устного. Нет. Вы стоите. Вы с нарушением не можете двигаться.
Вы с нарушением двигаться не можете. У вас нету брызговиков. Вы на автомобиле двигаться не можете с нарушением. Я вам объясню почему. Потому что у меня полномочий, я закончу, не перебивайте. У меня полномочий выписать на вас и сделать предупреждение нету, к сожалению. Мне государство не дало. Вы посчитали себя царем. Вам не хватило, я закончу, брызговиков на моем автомобиле. Теперь мне не хватает брызговиков на вашем. Поэтому я вызываю оперативную группу, пишу заявление на вас за отсутствие брызговиков. Только после этого вы двигаетесь. Вам все понятно? Да, я да, вас попрошу до инспектора полиции еще машину с места правонарушения не двигать. Ясно? Да. Спасибо. Вызывай 102. Вы кажете, что у нас зимний резонанс. Да. Мы зараз на данный момент, наверное, 7 утра. Да. У нас на 9 запись едем на меня. И брызговики вешают. Да, хорошо. Вчера, позавчера и позапозавчера. Чем вы занимались? Почему не поменяли резину? Вы знаете, что это может привести к ДТП или нет? Вы знаете, что при погоне в вашей тупой башке вы же гоняетесь за всеми, у кого нет брызговиков. В следующий раз, Любчик, когда в твоей голове стрельнет идея за кем-то погнаться, а ты будешь на зимней резине, ты попадешь в ДТП. И судя по тому Приусу, ты это делал неоднократно уже. Вот это что это за... Тоже ехал на СТО? Тоже ехал на СТО менять, наверное, бампер, да? Не буду казать, не знаю. За то, что ехал менять, то ехал. За то, что маем поменять не колеса, поставить... А почему сегодня? Почему не вчера это произошло? Почему резина зимняя до сих пор? А? А за кого? Кто машину принимает? Кто отвечает за резину? Я напоминаю, как сотрудник полиции несет, как любой водитель, персональную ответственность за безопасность, передвижение на автомобиле, за руль которого он садится. Я несу ответственность. Если у вас нету, подумайте, Лёпчик, секунду, вы только подумайте. Вы ездите без брызговиков, вы понимаете, насколько вы подвергаете участников дорожного движения опасности? Ездить без брызговиков, это уму непостижимо. Как мне от вас, я по-русски спрошу по-другому, добиться логики событий, нахрена вы машину остановили, если вы даже не знаете, что за это предусмотрено, предусмотрено это конструкцией, в чем идея, объясните мне. Я не знаю, я вам кажу за ваш автомобиль, я конкретно за вам причину не называю. Ну вы вместе в патруле были, не я ехал с этим идиотом, вы ехали с ним. Я запинял, не я вас, правильно, я вас... Я к вам как к сотруднику полиции обращаюсь. Пожалуйста, помогите разобраться мне в ситуации, где, по моему мнению, невменяемый человек в форме полиции остановил меня возле заправочной колонки для того, чтобы сообщить мне, что у меня нет брызговиков, и сделать мне за это зауважение. Скажите, пожалуйста, это вкладывается вообще в какие-то нормальные нормы логических событий? Это право дорожного руху, надо еще писали, как за часы СССР. Хорошо. Да. Я вас как сотрудника полиции. Вы за рулем были? Я вас как сотрудника полиции прошу вынести предупреждение вашему напарнику за то, что у него отсутствуют брызговики и зимняя резина. Будьте любезны, отреагируйте. Попорядочись? Ну вы же мне попорядочение вынесли. Да? Я вам еще не могу. Хорошо, ваш напарник, секундочку, я объясню логику событий. Ваш напарник вынес нам предупреждение за отсутствие брызговиков. Теперь и вы. Что вы там решили? Попорядочись или зауважили? Зауважили. Так вот я прошу вас. Я вас вот зауважу, а вы теперь своему напарнику зарубите зауважение. Я могу потребовать от инспектора полиции выполнения закона и реакции на мои законные требования. И мое законное требование на данный момент заключается в том, чтобы вы отреагировали и вынесли на ваш нос попорядочение. Хочу, чтобы вы проверили, не я. Добро. Коли ви перевіряли? Ми зараз маємо сейчас нарушення. Документи проверяються. Три факти нарушення. Весь факт нарушення. Будьте любезні, ознакомьтесь. На свій рот. Я не сам вже сообщаюсь. Ви зараз нарушитель. Ви нарушили. Я не спорю. Великолепно. Будьте любезні, відреагируйте. Я не спорю, що буду доповідати рапорт. Не доповідати. Я просто не напишу рапорт письмовий. Не просто, так я це не роблю. Олександр Олександрович, візьміть мою свідчення водія, йомкість присутня. Будь ласка, бачите, є свідчення водія, все є. На вимогу громадянина України, щоб все було чітко, правильно. Вот, ребята, скажите, какое вы вносите решение по факту этих нарушений? По движению на зимней резине в неподходящий сезон, да, у нас сейчас уже тепло на улице, все в футболочках стоят, и по отсутствию брызговиков. Ту-ду-ду-ду-ду, барабанная дробь. Что вы выносите? Устно зауважение. Браво! И это устно зауважение, да. Правильно? Значит, и вам, води, это устно зауважение. Вы же все на равных правах. Ага, да. Только вы ровнее. Так, как и вы, так и мы. Пишите заяву.
вам шапку снимать? Не надо, вам лучше шапку не снимать, потому что вам точно солнце напечет голову. Я пишу, вам вручаю, после этого вы свободны. Подумайте на досуге, чем вы занимаетесь, подумайте, пока у вас есть время, пока я пишу заявление. Я вам зачитаю, чтобы вам было понятно, шапку потом можете заполнить. Да. Вот какая, чтобы вы не обижались, вот какая причина остановки, ну, откровенно говоря, дебильная, такое будет и заявление. Я, Хмельницкий Александр, стал свидетелем нарушения правил сотрудникам полиции, правил дорожного движения на автомобиле Prius, госномер 3971, который двигался на автомобиле без брызговиков, тут три восклицательных хотел поставить, не влезло. Прошу принять меры по данному факту и расстрелять инспектора, это вас, три раза. Передайте это руководству. Все, да. Обязательно к выполнению. Не надо, пожалуйста. У меня штуки развязались от шока. От шока. Завези глазку, чтобы это и ты, дай. Я вас очень попрошу, пожалуйста, не нарушать. И самое главное, Любчик, включать голову. Прежде чем, вот как только вы включаете мигалки, чтобы кого-то остановить, вы также включаете голову на будущее. Счастливо. 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 Да,